Со мной в гостях Артем Айнцев. Артем, расскажите, пожалуйста, чем могут быть полезны... Сейчас поясню. Артем занимается складскими помещениями, насколько я помню, в Москве и Московской области. Артем, чем может быть полезны ваши услуги для производителей товаров, которые находятся сейчас на Прод-Экспо? Добрый день, друзья. На самом деле мы не только строим склады и сдаем их в аренду, мы также являемся крупными арендодателями и девелоперами в складской недвижимости. На данный момент мы прорабатываем мероприятие, это бизнес-форум, который пройдет на нашей территории 28 февраля, где будут присутствовать все крупные представители ритейла и e-com, а также директора по развитию и директора по логистике. Это прецедент, который мы впервые проводим на территории нашего комплекса. Основан он на том, что мы заключили несколько договоров и заключаем их еще больше для предоставления комплекта и комплекса услуг для наших арендаторов. Это будут услуги 3PL-оператора, это будут услуги, которые связаны с предоставлением Marketplace на нашей территории, это будет мини-Алибаба, мы его так называем, этот интернет-магазин. Также будут услуги страхования, будут услуги предоставления аутсорсинговой компании персонала, будут услуги по предоставлению стеллажных конструкций. В общем, чтобы к нам, зайдя на территорию какой-то клиент, абсолютно не имея никакого пакета за плечами, получил сразу комплект услуг именно от Атлант-парка. Я всех приглашаю, кто в теме, директоров по логистике и всех, кто связан с ритейлом и с e-com, к нам 28 февраля на территории Атлант-парка. Можно зарегистрироваться на нашем сайте. Сразу хочу добавить, что спикерами будут такие компании, как Яндекс.Доставка, Сберлогистик, Озон, Алиэкспресс, Продэкспо, затем Роспродсоюз, Дмитрий Востриков будет выступать. Специальными гостями, VIP-гостями будут представители администрации Богородского округа и представители правительства Московской области. Милости просим всех к нам. Для, отдельно хочу сказать, для участников Продэкспо отдельный будет сюрприз, подарок, поэтому регистрируйтесь, мы с удовольствием вас зовем в гости. Подробную информацию, я думаю, вы сможете получить на сайте компании. Спасибо, Артем. Спасибо.